Всем привет, с вами Елена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я зашла в новую игру, это новинка, проекту 2 дня, называется Big Money Garden. Значит, здесь можно работать как без вложений, ну и естественно с вложениями. В подарок дается вишня за 10 рублей. Значит, так... Что у нас здесь? Главное, новости, проекты, информация, поддержка. Это можно все прочесть. Значит, регистрация, логин, email, пароль. Ставим галочку. Цифровая капча. Вход по логину и паролю. Так, здесь вот ниже статистика. Последние 10 пополнений. Пошли уже выводы. Партнерская программа 15% и автоматический вывод Kiwi, Payr и Яндекс. Так, я зайду в кабинет. Это наш профиль. Значит, что у нас здесь? О, 10 рублей. Я еще ничего не делала, только зарегистрировалась и посмотрела, что да как. Значит, и переходим в настройки. Здесь нам нужно что? Сначала установить Payr кошелек. Так. Далее установить платежный пароль. Ох, смотрите, платежный пароль служит для безопасного сохранения, это понятно. Так, внимание, платежный пароль не должен начинаться с цифры 0. А, ну ясно. Так. Тут сменить пароль. Тут, значит, надо вот это. Так. Кошелек успешно установлен. Так. Кошелек я установила. Теперь нужно пин-код установить. Значит, я сохранила кошелек и установила платежный пароль. Пароль платежный не менее 6 цифр. Значит, далее. Так, с настройками мы разобрались. Это я к тому, что я хочу посмотреть, есть ли заглушки на вывод. Так, профиль. Здесь у нас мои растения. Так, набралось вот такая сумма. Это вот 10 рублей баланс для покупок. Я еще ничего не покупала. Значит, магазин. Значит, вот нам стоимость 10 рублей. Давайте попробуем купить. Вы успешно купили растения. Вот за эти 10 рублей бонусные. Так, я не пополняла еще ничего. Значит, мои рефералы. Здесь также на главной страничке находится партнерская ссылочка. И здесь находится партнерская ссылочка. И что, я пропустила магазин. Купить купила. Значит, здесь вот обратите внимание, вот что я хочу здесь вам показать. Здесь не всякие там монеты, чтобы менять. Здесь рубли. Вот что меня заинтересовало. Четко и ясно. Прибыль 9. Вот 10 рублей. 9 рублей в месяц. 0,30 копеек в день будет выходить с вишни. Так, далее здесь вот за 50 рублей, значит, прибыль в месяц 50-10, рубль 67 в день. И здесь вот рубли и не какие-то там монеты, чтобы потом как бы менять, все четко и ясно. Вот. Ну и по нарастающей, тоже сами посмотрите. Так, рефералы я вам показала, конкурс рефералов, инвесторов. Далее есть бонус. Давайте заберем брать бонус. И мне дали бонус 7 копеек. Сейчас перезагрузим, посмотрим. Ага, бонус идет на баланс для покупок. Так. 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 Ага, что, так, чтобы получить бонус, нужно пополнить баланс на максимально приемлемую для вас. Чем больше ваш вклад, тем больше бонус вы будете получать. Ясно. Значит, бонус, статистика проекта. Ну, здесь тоже все посмотрите. Последние регистрации. Значит,
А вот я, моя регистрация. И уже после меня 1, 2, 3, 4 человека. Ну, народ идет потихонечку. Проекту 2 дня. Значит, есть чат внутри. Можно общаться в чате. Войти в чат. Так. Давайте попробуем. И войти в чат. Пустят нас. Пустили в чат. Без вложений. Ничего я не пополняла. Потому что бывает в некоторых играх, пока баланс не пополнишь, в чат вас не пустят. Значит, здесь информация. И здесь есть развлечения. Камень, ножницы, бумага. Можно играть. Но это уже для любителей. Я не любитель азартных игр. Это уже... Значит, ну что... Давайте вывести теперь самое главное. Здесь можно менять, как всегда, обмен есть. Так, минимум 1 рубль. Заказать выплату. И что у нас? Выплату? Нету заглушек. Я не вижу. Потому что если бы я нажала, как обычно тут пишут, чтобы сделать вывод, нужно там минимальную такую-то сумму. Как бы вывода нет. А здесь вот баланс. Для... Я закину 10 рублей. Куплю еще одну вишню. Пусть будет. Перебрасывать на платежную систему. Далее по схеме. Я пополнила на 10 рублей. Теперь иду в магазин. А я уже в магазине сразу. И покупаю еще одну вишню. Успешно купили растения. Так, теперь у меня два растения. Итого будет у меня 60 копеек в сутки. Вот. Так, мои растения. Вот. Собрать прибыль. Сейчас собирать нечего. А, с 1 копейки. Так, минимальная... Минимум для сбора 1 копейка, да. Ну что, ладно. Потом соберем. Не обязательно тут находиться, как бы. Ну, вывод, естественно, будем проверять. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Есть группа ВКонтакте. Забыла сказать. Вот сюда нажмете и попадете в группу. Вот. Как бы вступить в группу. Я еще не вступила. Вступим в группу. Ну, теперь все, до новых встреч.